Ночь истории в Сарове проходит в седьмой раз. Свои двери распахнули библиотека имени Маяковского, художественная галерея и городской музей. Акцию посвятили Дню народного единства. В городском музее подготовили для саровчан насыщенную программу. Гости вечера приняли участие в викторинах, мастер-классах, музейных играх, насладились творческим подарком от преподавателя детской школы искусств. Особо городской музей гордится открытием выставки «Свет земли и небес», на которой представлена дивеевская глиняная игрушка. Все работы сделаны Натальей Крушинской и ее учениками. Выставка продлится до середины января. Знаю, что здесь представлены работы в основном из коллекции самой Натальи Григорьевны Крушинской, создательницы дивеевской игрушки, потому что она долгие годы собирает работы своих учеников в свою коллекцию, поддерживает таким образом своих учеников, приобретает их работы и дает им вот этот старт в творчестве, показывая их работы на самых разных площадках в рамках своей коллекции. Ночь истории для городского музея – особый праздник. Каждый год они готовятся к нему заранее, придумывают, чем увлечь и удивить саровчан. Это такой новый формат, который позволяет немножко иначе преподнести ту информацию, которая уже давно есть, какие-то новые акценты расставить, может быть, немножко другую атмосферу для наших горожан преподнести, чуть более праздничную, чуть-чуть более расслабленную. Мы эти праздники ждем, любим. Готовимся и всегда наших горожан ждем. На празднике гости смогли попробовать своими руками слепить из глины ангелочка, сделать из бумаги вертолет, сплести фенечку, раскрасить деревянного кота, а после попутешествовать по музею. Да, это очень увлекательно для детей, моего младше-старше, примерно моего возраста. Почему? Потому что тут очень много станций, и каждый найдет под себя станцию. И хотелось бы, чтобы были вот такие мероприятия массовые, что-то делать руками. Вышивать, например. Мне самой очень понравилось лепить. Неожиданно, кстати. В мае в городском музее пройдет традиционная акция «Ночь в музее». Для горожан вновь приготовят интересную программу. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.